стену стадиона «Динамо» заложили памятную капсулу в форме футбольного мяча. Необычный спортивный снаряд замуровали в основании западной трибуны. Церемонию закладки приурочили к 85-летию с даты рождения Льва Яшина. В капсуле будет храниться письмо будущим поколениям спортсменов. Вскрытие послания намечено на 23 октября 2064 года, то есть ровно через 50 лет. Сейчас стадион в Петровском парке закрыт на реконструкцию. Завершить ее планируется в октябре 2017 года.